счастлив петь для вас в этом зале, в этом уютном, прекрасном зале. Разговор сегодня пойдет о любви. О любви, которая дает нам жизнь, которая формирует наше нравственное начало, которая делает для нас счастье, которая является основой нашей жизни, которая дает нам большое счастье. Продолжаем разговор. Хороши весной в саду цветочки. Кто может, поднимаем руки. Хороши весной в саду цветочки. Еще лучше девушки весной. Встречаются, пьют молоко – это любовь. Вот за эту любовь и за эту Украину вспомним Ячика Мисича. Ты не ракайся, что не
We'll find a promise.
Thank you.
вежливые люди. Установили истину, докопались до нее. Оказывается, в 19 веке офицер флота императорского на Первой Кавказской войне написал слова о своей родине, о своей женщине, любимой Алине, и не про Дон, а про Пук, и не про с черными глазами, а про Алину. Но это не важно, потому что родина-то у нас одна. Мы же вспомнили, что мы любовью живем. Потом эта песня ассимилировала, слова ассимилировали в народ, и появилась песня казачья народная «Не для меня». Посвящается тем, кто не пришел с полей сражений. Они в нашем сердце. Не для меня придет весна, не для меня гора зальется, и сердце трепетно забьется, восторги чувств не для меня. И сердце трепетно забьется, восторги чувств не для меня. Не для меня цветут сады, вдали не роща расцветает, Да в небо с черными бровями.
пришлось поучиться, повоевать немножко. Спецназу Грушиному посвящено. И тем, кто ждал нас и вытащил из таких моментов, и мы стоим и живы, и дышим. Зеленый цвет твоих любимых глаз. Друзей, а в нем мужские слезы.